маски достану. Ворота из марципана. Маус оригинал, Нидригер, марципан. Не, я же, по-моему, просто это... Через маску не так уже пахнет. Пан салон кафе. Пирожки, тортики. Это подарочные наборы. Нет, это были из марципана. Кафе-музей. Лягушка была бы из марципана. Было бы прикольно. Почему лягушка? Ну да. Была бы она из марципана, была бы такая. Но музей, наверное, денег стоит, я так, что тут? Может, надо скинуть? Или нет? Что без знаков? Кафе и музей здесь написано. Может, не пойдем куда-то кушать? Нет, наверное. Так, ага. Музей не быстро дальше. Да? Да, наверное. Ошибимся. Ага. Ну, покупать не будем. Я марципан ем. Ну, я ем. Сделано, да. Конечно, красиво. Ну, это подарочные все-таки. Да. Тоже если покупать, там очередь вроде бы небольшая. Не знаю, туда это маленькая. Да, это маленькая, а с разными вкусами 7,20. Ну, сколько такая? Вот такая, это смотри, какая. 6 евро. 4,80. 4,5 евро. Смотри. Со всякими вкусами здесь. Ну, давай возьмем. Попробуем хоть марципан. Да, тут разные есть, где посмотри. Это типа с фруктами, это вот с орешками, допустим. Смотри. Тоже 5 евро. С орешками. Ну, да, наверное, спорт. Вкуснее. Это, наверное, будет сладкое сильно. Ну, там дальше еще какие-то, да? Здесь разные. Есть у нас шоколад какой-то темный. Они 16 мини, это совсем маленькие. Ну, там и будет здесь, конечно, не дешево. Это вот уже побольше, видите? Тут три вида всего, допустим. А вот здесь 125 грамм, а здесь 112, не намного разницы. Вот, смотри, как прикольно. Как марципан. Бананчики. Это уже нормально. Десять евро. Тут написано про 100 грамм, сколько? 4,30, а все вместе 10,80 стоит. Такой как подарок. Ну, что, видишь, да, не было. Большая. 11,80. 22 евро. Смотри. Ну, там... А? Оно, смотри, сколько грамм он зависит. Здесь много грамм. Примерно 5 евро 100 грамм стоит. Медальки. Вкус марципана знаем, да? Ну, да. А вот здесь вообще... может другой вкус. Раньше я вообще не любила как бы марципан. Потом вот раз не стал, вот мне нравится. А, за одну ойру. Ну, одну за одну ойру. Там даже не марципан, а просто шоколад какой-то непонятный. Нет, просто шоколад я не хочу. Покупать на марципан. Сейчас. Это, по-моему, даже дешевле будет. Смотри. 80. Здесь 36 за килограмм, а вот это...
43 на килограмм. А. Какую ты хочешь взять? Ну тут еще меньше, 7,20. Нам-то так попробовать. Ну так, тогда она, не надо, она 3,60 тоже. Она кушает, нет? Да, маленькую совсем возьмем. Тут они просто меньше и все. Марципана, церковь сделана. Колбаски. Рыбка мимо. Сундуки. Сундук, наверное, уже не марципана. Мимо еще возможно. По этой улице с марципан музеем. Кафе, где марципан продают. Вот это все из марципана. Все-все. Клавье. Это все изделия, все из марципана все сделано. Это как Шаофенста здесь. Вот торты они тоже пекут с марципанами. Вот это вот тоже фигура. Это тоже из марципана полностью сделано. Здесь вот написано. 120 часов делали руками. 1806 сделали. Обалдеть. Считаю, она вот ростом, не знаю. Моя рука. Это оригинальный, даже больше, чем оригинальный. Это тоже все из марципана. Лодочка. Интересно, красиво. Там Зей Хунда, Зей Бот. Все кончилось. Это тоже все из марципана. Это здесь уже кафе. Даже магазин, наверное, который где продают. Все из марципана. Знаменитый марципан из Любека. Дима сейчас там покупает, попробовать марципан. Вот эта улица. Смотри. Старые здания. Народу, туристов очень много. В магазин в масках ходить надо. На улице можно без масок.